Вот переход сделанный. Как давай, Роман приехал. Посмотреть, как оно у нас будет двигаться. Ну вот мы это и хотели, нормально совершенно. Заправка была, что-то тракторист задержался там. Везет тележку там отремонтировать Надежда Васильевна, чтобы обратно привезли. Взял без моего разрешения Егора старшего и Нестора. Но они сегодня свободны, вчера после обеда помогали. Это наша деревенская машина. Когда батюшка покупала, мне прислали деньги, $700 вложил в нее. Все бросили, и так ни машину никуда не гожу. Какие-то недостатки у ней. Но здесь так вот подъем, сход, все как положено. А слева это первый пруд мы отремонтировали здесь. Два американских бульдозера тут были, работали. Ну, больше 2 метров была глубина. Первый год же все насадили, вот это тут разные березы. И никогда этого не было. Появились соловьи, сроду не было. Удоды никогда не было. Появились. Вот так. Вот этот тополь больше всего меня смущает. Как его убрать? Как его повалить?